Сегодня праздник, день российского предпринимательства, праздновался 4 дня. Итоги подводим мы сегодня, не только этой недели, а всего 2022 года. В конкурсе на лучшее малое предприятие, лучший предприниматель года. У нас предприниматели с горящими глазами, с энтузиазмом. Собственно, именно такими они и должны быть в наше нелегкое время. Сейчас предпринимательством заниматься – это нелегкий труд абсолютно, и оставаться на плаву, а еще и иметь рост в современных условиях – это просто, ну, достойно любой награды. Такие конкурсы, ну, скажем так, мы хотим участвовать, мы должны участвовать как предприниматели, как женщины. Когда эта победа по-настоящему заслуженная, то у тебя как бы расправляются крылья. На самом деле хочется еще больше творить, еще больше создавать. Конкурс был достаточно прозрачный и очень честный. Наша компания участвовала в таком конкурсе первый раз. Какая была задача? Полностью предоставить пакет документов. Мы заполнили и, собственно говоря, ожидали. Но в экспертной комиссии достаточно серьезные люди находятся, поэтому огромное доверие к этим экспертам, к этим специалистам. Соответственно, вот по результатам мы получили огромное признание и победу. Я женщина-предприниматель года.